Мы все знаем о них. Так. Ну-ка. Офигеть, реально? Реально зомби на катапульте из первой части. Офигеть, это имба. Хоба, всем здорово. С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И мы с тобой продолжаем играть растения против зомби 2. И у нас ивент. Правда, он заканчивается, ребята, через 10 часов. Я как-то особо даже не обратил внимания. Но, в общем... Увидел первым делом, конечно же, вот этого зомби с бейсбольной битой, да, вроде как он, да, такой связанный почему-то. Вот, потом такой вот зомби, вот этого я не видел, не помню. Но, ребят, благодаря братишкам, спасибо им огромное. Посмотрите, я не обратил внимания вот на этого зомби, ребята. Поглядите, он на катапульте из первой части, который... будет бросаться баскетбольными мячами. То есть я в принципе, узнаю этого зомби из второй части. Он чисто на дорожке всегда бегал, такой спортивный, все дела. Вот. А тут он на этой штуке. Поэтому погнали глядеть, брат. Плей, ребята. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Давайте, ребятки. Квасочек, браточек. Ух, ля, мухаха. Блин, прикольная. Бейсбол, ну, я как-то бейсбол, у нас в России, в принципе, есть там что-то наподобие бейсбола, лапта называется, но все равно это не то. Так, у нас есть грибы. Мячики? Чего, блин? Чё за фигня? Так, мы можем спартанца взять, ребята. Какое, думаете, растение? Ну, блин, ну для меня имбовое, это, конечно же, элик, давай. Тростник вот этот вот. Так, все, погнали, ребята. Уж офигеть, клево. Так, ну давай установим их везде. Чего нет, ребят? Раньше я называл их грибы небро, но на самом деле они хорошие. Серьезно, ребят, они хорошие. Так, музыка, надеюсь, сейчас заиграет, но, возможно, не будет. Так что, бро, что не серчай. Я не знаю почему. Ну, у ретро я не могу нажать, потому что там, понимаете, у нас потратится мана. Поэтому давайте, ребята, аккуратненько, пожалуйста. Во второй части у этого гриба самая мощная ульта. Так. Спокойно. Спокойненько, ребятки. Собираем. Электрокамыши ставим. Да пофиг. Не будем прям их много ставить. Так. Все отлично. Великолепно, ребят. Так, есть. Давай вот так вот сделаем, братик. Хорош. Мячики пошли, ля, мячики. Слушай, хорош. Ну, электрокамыш знает свое дело, поэтому он быстренько все делает. Блин, ну мячи такие полуздутые. Это, конечно, забавно. Это очень забавно, ребят. Это очень забавно. Так, вот, кстати, новый зомби, ребята, с какой-то вот фигней на голове. Ну, скажем так, обычный железным ведром. Только что-то а-ля китайская версия. Вот как-то так. Что узнать, что это такое? Это корзина или что? Почему кости там нарисованы? Все, прошли мы первый уровень. Это изи, ребята. Против таких зомбаков. Блин, надеюсь, конечно, музыка еще появится. Мне вот больше всего интересно посмотреть. Мы, может, сегодня до конца не пройдем. Мне просто интересно посмотреть на нового зомби. Вот это для меня самое важное. Защищай, короче, кактусы. Брейнс. Окей, бро. Так, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Электрокамыш обязательно берем. Ну, давай с электрокамышом просто, чтоб на изи мы прошли, да и все. Для Китая слишком прочные. Это мячики решили отомстить за то, что их пинали. Бро. Так, электрокамыш. Наш дорогой. Давай ставим. Извините, ребят, что нет музыки. Представьте, можете сейчас просто на задний план сейчас что-нибудь поставить. Там какую-нибудь свою мелодию. Music background. Там фон какой-нибудь или что-нибудь еще. Не знаю, ребят, что хотите. Так, ну, в общем, вот как-то так у нас все происходит. Так, отлично.
Так, так. Электрокамыши рулят. Это прям вообще имба. Так, давайте вот эти могилы надо разрушить полюбас. Братик, погоди. Слава богу, ты успокоился. Хоть на самом деле много тяжеловато. Так, все нормально, ребята. Пошли электрокамыши в атаку. Быстренько, быстренько, ребятки. Ля. Музыка, музыка заиграла. Все, кончилось. Что за фигня? Ну только что музыка была. Что это такое было сейчас? Вот как-то так, ребят, мы с тобой сыграли. Отличный уровень. Так, следующий. Ну, блин, я надеюсь, что сейчас будет именно новый зомби. Пожалуйста, покажите мне его. Я очень хочу на него посмотреть, как они его реализовали. Вот проблема в том, что почему они не добавляют новый... Котобо! Он говорит про новых зомби. Тихо. Мои катапульты. Мы все знаем о них. Так. Ну-ка. Офигеть, реально? Реально зомби на катапульте из первой части. Офигеть, это имба. Это очень круто, ребят. Сейчас мы поглядим. Сейчас мы поглядим, на что они способны. Ребята, готовы? Блин, давайте бахнем за это квасочка. Браточки. Так, хорош. Слушай, это очень интересно. Давай. Давай. Вперед. Так, погнали. Это я мем отправил? В смысле, ты мем какой-то отправил? А я думал, что за... Почему музыка заиграла? Это он мемчик отправил. Там, ребята, есть... Я понял, брат. Класс один. А что там было? Что за мем такой был? Это он мем отправил, а я тут... Ты меня заскамил, брат. Я думал, наконец-то музыка включилась, а он мем отправил. Я думал, ты понял, что это мем. Нет, я не понял этого. Ля, меня заскамили. Так, ладно, хорош, хорош. Грохострел танцевал, ля. Капец, спасибо тебе, братик, спасибо огромное. Владик, спасибо тебе огромное. Итак, ребята, ну-ка. И все? Брат, и все? Я думал, он ваншотит. Не, братан, да тебе хана 100%. Я просто включаю эту штуку и все. И разруливаем мы здесь. На изичах. Все, раз, два, три. Попу подотри. Все, хорош. Офигеть, от них ничего не остается. Ну, что ты думаешь? Изи. Не успел. Идем дальше, бро. Слушай, ну это прикольно. Это прикольно, что они новых зомби добавляют, новые растения, но новые миры. Ну услышьте, пожалуйста. Electronic Arts, ну пожалуйста, услышьте. Электрокамыша нет, ребята, я совершил ошибку. Ребята, я совершил ошибку. Камыша-то нет, ребят. Тебе и кот-камыш, как говорится. Погоди, а порода знаешь, что камышовый кот есть? Ой, я вспомнил. Так, ну шо, ну давай, ну шо, спартанец, вперед! Ля-ля-ля-ля-ля, тихо. А, не, он урон какой-то... Он какой-то урон делает, но... О, он смог победить. Отлично, это меня радует. Это меня радует, ребята. Определенно. Определенно меня это радует. Так, нам сейчас нужна ульта. Пожалуйста, дайте удобрение. Блин. Тут побольше этих поставить. Ребят, ставим хаотично. Ничего страшного. Конечно, перфекционисты немного плачут, но что делать? А, проходит, пролетает, гад. Есть. Так, вот тебе, братик. Держи. Тихо.
Пожалуйста, пожалуйста, выноси его, выноси. Тут понятно, придется вот так вот сделать, ребят, конечно. Хаотично все делаем, но что делать, брат? Тут надо как-то спасаться нам. Так, красавчики, много солнышек навалили, но... Ну, блин. Спокойно, братец. Все, изи. Слава богу. Так, справились. Ля. Хорош. Хорош. Блин, прикольный уровень-то какой, а. Так, идем дальше. Идем дальше, ребята. У него вроде 650 хп... А, 760 хп меньше, чем у зомби с ведром. Так. Опять он, блин. Ну это очень прикольный зомби, конечно, выглядит он клево. Понятное дело, ребята, немножечко перестановочка, электрокамыш. Он мой любимец, вот мой фаворит, так что давай, брат. Let's go, let's go. Делаем, делаем, братик. Давай, погнали. Так, ага, понятно, что они вот сюда будут идти. Все понял. Значит, электрокамыши, пожалуйста. Туда вот так вот сделаем, ребята. Так, здесь пока не стоит это ничего делать. Бля, пузырь нам, да, дается. Я уже забыл, на самом деле, что он делает, брат. А, ну понятно. Можем, можем даже ускорить, братишка. Что-то я как-то не знаю. Блин, мы подсолнухи толком не поставили, зато поставили, естественно, электрокамышки. Но... Ля, он приехал, ребята! Ля, смотри, что делает. Так, вперед. Два. Да офигеть, он очень много урона как-то выдерживает. Три. Так, попробуем его заморозить. Спокойно, изи. Это все? Это типа анимация, когда он помирает? Просто такая вот? Так, найс. Ну тут слишком много ульты, чтоб просрать. Так. Их двое. Ну, урон слабоват у них. Да, признаемся, ребята. Слушай, красиво. Красиво идем. Так, давай дальше. Ну, мы, в принципе, не будем это все прям проходить. Вот. Сейчас, насколько нас хватит, настолько и так. Угу. Так. Хорошо. Так, тут даже таких нету. Так, а что по этим... Нормально все. Отлично. Так, нам сразу дают, ребята, лазерный боб. Вот это вообще имба. Я... Блин. Электрокамыш тут просто разруливает. Ты посмотри, а? Давай, жарь этих зомбаков. Ты посмотри. Господи, братишка. Ну-ка, давай вот так вот делай. Делай, делай, брат. Делай красиво. Отлично, 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 отлично. Все, но он, видишь, у нас шестой уровень, поэтому я не знаю, ребят, просто равных нет. Смотри, просто уровень за уровнем. Так, еще два уровня, да, мы? Я вообще могу не трогать лазерного боба, потому что камыш, он все сносит. Thank you.
Раз, два. Хорош. Ну, бабки-то надо забрать. Ля. Бабулечки. Так, хорошо. Да, еще, ребята, нас хватит на два уровня. Давай посмотрим. Нет, там, в принципе, если вот все пройти, там, конечно, награда будет. Ребята, сейчас поглядим. Электро... Горохострел. Между прочим. О-о-о! Вот этого вспоминаю. Зомби, кстати, очень прикольный. Очень прикольный. И смотри, Гаргантюа какой крутой. Вау. Сейчас поглядим, что они способны. Так, ну давайте. Электрокамыши, электрогрохострелы. Это просто идеально. Это идеальная команда. Ну, это тебе не Эклис. Это тебе не ПВЗ-2 перерисовка, модификация, где... Где капец? Я просто, я не знаю, ребята, пукан мой полыхает. Как не знаю, что... Так, нормально, нормально, ребята. Идем, идем, идем на ура. Так, отлично, отлично. Блин, я помню этот ивент. Типа циркачи. Круто. Не, клевый ивент был. Не надо, братик. Давай-ка ты постоишь. Просто постоишь и все. А мы тебя, оп, и все, бахнем. А? Подождем. Это ты слишком жрешь, брат. Он мячик кинул. Это прикольно было. Вот такой вот уровень, ребята. Так. Ну да, видишь, 50. Сколько? 50? Блин, это бы пройти на самом деле, ребятки. Вот что я вам говорю, а? Ты смотри, я бы так-то бы прошел ради 50 гемов. Это соточка? Нифига. Ну это давай. Блин, так-то это интересно. Заманчивое, заманчивое предложение, я скажу. Гаргантюа тренер. Да. Так, ну все, да, давай, на запись. Конечно, это последний будет, а так, блин, мне так-то бы пройти 50 гемов получить. Мне очень это нравится. Так, друзья, все отлично. Вот, к сожалению, музыки не хватает. Единственное, ребятки. Так, кактусы у нас есть, еще и эти есть. Что-то как-то даже слишком сильно, я тебе скажу. Ладненько. Так, их двое идет. Понятно, что защиту хоть какой-нибудь поставлю. Давай. Так, идут, 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 смотри. Так, как ты думаешь, они все-таки... Да, боже мой, да чего вы так разваливаетесь? Ну блин, имбу, имбу. Взял, еще жалко. Ну конечно, брат. В моем стиле. Имбу взял и реально жалуюсь. Типа, чего они отлетают так? Чего они отлетают так быстро? Слушай, ну хорошо, вообще хорошо. Блин, ну конечно я доволен, что мы их быстренько чпекаем. Брат. Все, найс. Тихо, 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 тихо. Вы разогнались, мистер. Ну все, применяем, ребята. Красиво, красиво. А, ну ты посмотри. Ну что же, друзья, вот такой вот ролик у нас получился. Мы посмотрели на новых зомбарей. Это очень круто было на самом деле. Это очень здорово, что они добавляют. Но хотелось бы, конечно, чтобы новый мир еще добавили. Также, ребята, конечно же, ставьте лайкосик. Если хотите меня поддержать, залетайте на Boosty, оформляйте подписочку. Залетайте также в Telegram, да. Бай-бай, дорогие братья.